Всем привет, с вами Шазам Студио. Не забудь подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео. Приятного просмотра. Сегодня исполняется 50 лет с момента, который запомнился как самый сумасшедший за всю историю Оскара. На 46-й церемонии вручения наград в 1974 году Дэвид Нивен представлял публике Элизабет Тейлор. И в это время голый мужчина, которого прозвали Стрикером, пробежал по сцене. Вы можете себе представить, чтобы голый мужчина пробежал по сцене сегодня? Повторяю, вы можете себе представить, чтобы голый мужчина пробежал по сцене сегодня? Это было бы безумие. Джимми. Чё? Я не могу подойти, у меня монолог. Простите, я на секунду. Что случилось? Ты должен был пробежаться по сцене. Я передумал, я не хочу быть Стрикером. Что значит не хочешь быть Стрикером? Мы должны это сделать. Мне не нравится этот мужик. Это изысканный вечер. И знаешь, тебе должно быть стыдно, что предложил мне такую безвкусную идею. Это было бы смешно. Тело мужчины не повод для шуток. Ну а мое повод? Нет, это не так. Ты же в рестлинге голый, почему нет? Я не голый в рестлинге, я в джинсовых шортах. Это еще хуже, чем просто голый. Давай. Ты правда не будешь этого делать? Ладно, тогда хотя бы награду вручи, боже. Полный отстой. Костюмы. Они очень важны. Может, они даже важнее всего на свете. Я не могу открыть конверт. Да что ты будешь делать? Номинанты за лучший дизайн костюмов такие.